Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня у меня день посылок. Прибыли посылки из Китая, с сайта AliExpress. И все посылочки для моих хобби. Сейчас посмотрим, что я получил. Заодно покажу и расскажу, что для чего. Пришла мне вот такая посылочка. На коробке логотип Palo. И в ней пришли 4 замечательных аккумулятора. Вместе с такой коробочкой. Аккумуляторы китайские. Емкость написана 3000 мАч, но по отзывам и по тестам я прочитал здесь 2200 мАч, что тоже неплохо за такую цену. Стоимость их в районе $6.5. Я считаю, это довольно неплохая цена за 4 штуки. И плюс такой бокс. Это запасные аккумуляторы для фотоаппарата и также для МД. Посмотрю, как они будут в работе. Но по весу довольно тяжелые. Около 30 грамм весит одна штука. На посылке было написано 125 грамм. Но это с расчетом пакета и бокса. Очень понравилось. Довольно неплохо выглядят. Посмотрим, как они будут в работе. Заранее подскрывал пакеты, чтобы лишний раз не шуршать. Пришел вот такой тестер или мультиметр. Цена тоже символически маленькая. $3.5, уже 3.30, чтобы быть точным. Приходят они без элементов питания, без кроны. Я уже поставил свою, чтобы проверить точность измерения и как он показывает. Как видите, на килоомах показывает по нулям. Сейчас поставим на омы. На омах показывает 0,5. Поставлю омы прозвонку. Показывает 0,1 по нулям. Для чего мультиметр? Чтобы попробовать, если модели будут с интерьером, чтобы интерьер более лучше смотрелся, то делать подсветку интерьера. А для этого, чтобы нам все вызвонить и прозвонить, необходим будет мультиметр. Так, посылка номер 3. Посылки номер 3 пришли вот такие замечательные наушники. Цена одной пары $1.86. Уже проверил, работают исправно. Хороший плетеный шнур. То есть провода внутри, сверху хорошая тканевая оплетка. Чем хороши данные шнуры? Тем, что они в кармане не скручиваются в узлы.
Это для хобби СМД. Еще вторая пара. Заказывал две штуки. Одни взял на всякий случай, как говорится, потому что понравились и описание на них, и сами на фотографиях. Реально, звук у них неплохой, хорошие басы. Буду заказывать, наверное, еще таких пару наушников. Не знаю, как они и сколько они отработают, но на первый вид они очень неплохо даже смотрятся. И вот такой вот переходничок, удлинитель для наушников, чтобы можно было хорошо растягивать. Заказал такой переходничок. Стоимость его в районе $1. Вот такие посылочки мне пришли с Китая. С такими хорошими и нужными вещами. Ссылки и сноски будут в описании под видео. Так что если кто-то заинтересовался, заходите, почитайте отзывы, посмотрите фотографии. Может быть, и себе приобретете что-то дешевое, неплохого качества за свою цену. Спасибо, друзья. Надеюсь, своим видео буду полезен. До новых встреч на канале, друзья.